Острого дня, господа нажиманы. Сегодня видео на эфире и расскажу вам о радостных ништяках, которые ко мне приехали. World Knives Laboratory, замечательные мои уже хорошие знакомые, прислали мне нож. Наконец-то я обладатель дарка, того самого свежего дарка, который они анонсировали со словами «сделали нож хорошему человеку». Да, я хороший, это действительно так. Ножны из АБС пластика, съемная клипса, вот такая вот разъемная, на двух винтах, тоже из АБС пластика. Ножны сделаны квадратненькими, специально, чтобы носить в кармане, как я показывал в своих видео. Внизу, кстати, размещу ссылку, полезное видео, если кто не видел, обязательно еще раз посмотрите. Ручка с титановыми вставками и шикарный круповский клин. Вот такой вот травленный под фактуру, это они называют глубокий ток, хаотик или хаотик, не знаю. Вот. Хаотичные вот такие полосы, протравленные на немецкой круповской стали. Это криозакалка. Я потом подробно опишу все истории про этот нож. Он действительно настолько хорош, чтобы о нем долго разговаривать. Меня абсолютно вынесли спуски на этом ноже. Меня тяжело удивить, я в ножах очень и очень давно. Но вчера я тупил примерно минут 7, понимая, как сгеометричен этот нож. По-нормальному это стамеска. Вот этот вот спуск, он плоский. Этот спуск косой. Прямой-прямой, соответственно. Вот это вот кисаки, тантоидная штуковина, она уже сделана линзой. Вот эта часть. Но здесь я вижу вот этот вот начало спуска. Переворачиваю и смотрю. Плоско, стамеска, так, все хорошо. Смотрю сюда, спуск. Что за нахрен? Короче, он здесь вот от середины спущен в плоскость, в кончику. Здесь завалена какая-то вот стамеска в одну сторону. Взрыв мозга. Реально, сидеть, тупить, понимать. Ребят, вы крутые. Это действительно офигенно. На обувь они мне нанесли клевую гравировку 001. Что этот нож первый, я первый обладатель. Наверное, такие дарки еще появятся. Единственное замечание к этому ножу, как я бы его улучшил. Всего один момент. Вот эта часть, вот эта щучка. Я бы вам предложил ее завалить под 45 градусов. Сделать не в плоскости обуха, а вот туда. Чтобы вот здесь вот появился уголок, который позволит им рубить. Даже не рубить, колоть. Курочку разделываем, косточка попалась. Пиндык. И все получилось. Плоскостью колотить неинтересно. А когда здесь будет 45-градусный угол, это будет очень кайфово. АБС-ные ножны сделаны без щелчка. Нож входит просто в тугую в эти ножны. Никаким вот финальным щелчком не фиксируется. Но он как-то туда так плотно входит, как вот в кожаные ножны. И никуда никогда не вываливается. Я удолбался с ним прыгать, ничего не происходит. Вот этот вот крутой наплыв сделан для того, чтобы нож вынимать, уперев большим пальцем. Молодцы, красавчики. Оставлено отверстие для выведения воды. Но вдруг я опять по водопадам полезу и возьму действительно этот нож с собой. А я, скорее всего, его возьму. И еще момент по поводу глубокого хаотика. Кто-то закажет, кто-то сделает сам. Глубокое травление с вот таким вот хаотиком, оно позволяет использовать пластиковые ножны, не царапая клинок. У вас получается, что к АБСу трется блестящая часть хаотика, а серая остается внизу нетронутой. Это очень практично, очень красиво. Нож ваш будет долгое и долгое время в очень адекватном состоянии. Ну и в принципе, этот нож оказался очень в ключе моей коллекции. И из всех моих кастомных фиксов он оказался чуть ли не самым компактным. У меня есть вот такая скиндушина от Геннадия Деда. У меня есть мой любимый вот этот вот мацудоподобный кастомник. И теперь у меня есть дарк.
В итоге они получаются все примерно одного размера. Как тот ослик, мой любимый размер. Вот, короче говоря, вот такой ништяк мне достался. Еще и титановая бусина здесь оказалась. Так что будем жить, радоваться и этому ножу тоже.